Всех приветствую, дорогие товарищи. Дмитрий Флегонтов вновь с вами. И пропал ненадолго, потому что очень много работы. Сезон лесозаготовительный, в общем, много приходится ездить, а времени остается очень мало. Поэтому вот так. Что мы будем с вами сегодня смотреть? Сегодня небольшой ролик. Машина постояла достаточно после моей последней поездки. И, соответственно, пробег уже. Давайте посмотрим. Сейчас. Минуточку. Вот. Пробег 13 200 практически. Ну и пора посмотреть масло в моторе. Да, обычно на этом пробеге я это делаю. Ну, естественно, все вы знаете, мотор 1.8 славился своим масложором. Сейчас говорят, что больше не славится, завод говорит, что все устранили. Это я напоминаю для тех, кто смотрит впервые. А так вот можете открыть плейлист, и у меня там каждую тысячу с момента покупки я, в общем, делал замеры уровня масла в картере мотора. Так вот, еще раз напоминаю, на пробеге 8800 миллилитров масла пришлось долить. Пойдемте посмотрим на эту канистру. Звучит зуммер, потому что я оставил ключ в замке. Так, пойдемте. Почему? Вот, смотрите. Вот эта баклажка. Та же самая. Ровно та же самая. Вот она, которую я и показывал, доливка. И вот этот вот, так, где же, а вот уровень. И вот этот уровень. Вот, смотрите. Ну, в общем, столько осталось. Больше доливок не требовалось. Ну вот, прошло, сколько там получается. Что там получается, 5000 километров прошло с того момента. Ну, давайте посмотрим, что изменилось. Так, тряпочку возьмем. Так, для начала давайте фото замера на 5000, который я делал вот с момента покупки. Кстати, давайте расскажу сразу, кто не знает, про плейлисты. В общем, смотрите, вот мой канал, вот главное, вот все видео, а вот плейлисты, вот тут вот. Вот они. Нажимаем плейлисты. И, в общем, тут вот смотрите, у меня, то есть, видео как бы разделены по категориям. То есть, лоб-лоб, вот, пожалуйста, рубрика, вот она. Вот про робот, допустим, все. Вот про бездорожье здесь. Вот коврики, допустим. Это общее, то есть все видео, которые относятся у меня к Ладе. Вот. А вот замер масла, вот этот вот плейлист, вот видите. И смотрите, нажимаем вот, посмотреть весь плейлист. Нажимаем, и вот. И вот здесь вот самый первый замер, и пошло в хронологическом порядке. То есть нам сейчас надо 5000 найти. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь вот. Опа, вот и смотрите. Вот он этот в описании. Вот здесь вот, смотрите, описание внизу. Вот, пробег 5400. Вот, 5400. У нас сейчас как бы чуть поменьше прошло, но несущественно. И вот такой вот был уровень. Вот, как вы видите, немножко
Вот. Так. Сейчас как бы тоже 5 прошло с момента доливки. И посмотрим, что-то изменилось или нет. Давайте. Поехали. Достаем щуп и смотрим. Вот у нас уровень, и он больше, чем был тогда, как вы можете видеть. Давайте еще раз попробуем. Да. Все верно. Ну вот. Просто отлично. Ох. Констатирую факт. Масло, двигатель стал есть меньше, а соответственно после ТО на 15000 ТО, я еще раз говорю, промежуточного никакого я не делал, то есть все по регламенту 15000, и будем менять масло, а потом посмотрим, не сократится ли масложур после этого ТО до каких-то совсем минимальных значений. Как-то было на моем моторе 1.6 автомобиля X-Ray. Вот. Ну вот, собственно говоря, а теперь давайте произведем запуск автомобиля. Поеду я по делам. Отлично. Ну все, ребят, всем пока. До новых встреч на канале. Прошу прощения за несколько заторможенное состояние. Дико устал сегодня. А еще работать и работать. Вот так вот. Пока.